На выходных будет холодно и безснежно. По прогнозам синоптиков, ночью в субботу ожидается от минус 30 до минус 32 градусов. Днем в первый выходной немного потеплеет, до минус 28. Однако ночью с субботы на воскресенье столбик термометра опустится аж до минус 34 градусов. Днем ожидается минус 27-29. Такая погода сохранится и в начале следующей недели. По словам специалистов, сейчас на улице холоднее на 13 градусов, чем обычно в этот период времени. Подобные температуры держатся на всей территории Красноярского края, кроме севера. Над Норильском завис циклон, который принес тепло. А вот ветер в краевом центре подует не скоро. Первую половину и даже начало второй половины следующей недели мы не ждем ничего, каких изменений. То есть все время будет вот такое. Инверсии у нас не разрушаются, то есть нечем фактически разрушить. Нужно такое глубокое барийское образование, как циклон, чтобы воздушную массу перемешать. У нас на высоте 1,5 километра сейчас порядка минус 15 градусов, а у Земли по 23-28 градусов. То есть инверсия. Инверсия дословно обратный ход. То есть тонкая пленка холода прилипла к поверхности Земли.